Изменить мое посещение Пьянкова Алексея Валерьевича, 60-76 года рождения, уроженца поселка Артиевского района, город Свердловской области, с домашнего ареста, на залог в размере 2 миллиона рублей, подлежащий внесению до 5 ноября 2016 года включительно. Это судебное заседание закрыто. Не будем жаловать. Алексей Валерьевич, когда на службу выйдете? Я нахожусь в отставке. В отставке? Конечно. Вы рассчитываете попасть в новый состав правительства? Сейчас уже имеете полную возможность. Давайте не будем об этом пока. Вы решением хотя бы удовлетворены сегодняшним? Это соответствует тому, что вы заявляли, ходатайствовали о чем? То, о чем мы ходатайствовали, да? Именно об этой сумме речь шла. Да. Угу, угу, да.